Ladies and gentlemen. Чемпионате Запорожской области. Сегодня большой праздник. Сегодня мы проводим ежегодный рейтинговый чемпионат Запорожской области, который является обязательным для рейтинговых танцовщиц Украинской ассоциации исполнителей восточного танца. И, конечно же, победительницы областного чемпионата будут допущены для участия в чемпионате Украины Украинской нашей ассоциации исполнителей восточного танца. На наш чемпионат приехали коллективы Запорожской области. Это из города Мелитополя, Бердянска, Никополя, конечно же, Запорожье. А также из города Днепра, Красноармейска, Лисичанска, Покровска, Миргорода, Мариуполя и Донецка. Это большая честь и большая радость принимать гостей других областей на нашем чемпионате. Сегодня необычный чемпионат. Мы пригласили огромную судейскую линейку для того, чтобы максимально оценить ваше выступление. Каждую категорию будут оценивать только те судьи, которые не являются руководителями этих коллективов. Помимо того, все наши судьи, помимо того, что они очень квалифицированные специалисты, знаменитые личности бэлли-данса, сегодня они смогут по достоинству оценить все ваши старания. И кроме того, каждая исполнительница, которая зарабатывает собственный рейтинг, сможет своим выступлением помочь рейтингу своей команды, и мы разыгрываем три крупных приза, три кубка на чемпионате за самый массовый коллектив, за самый результативный и за самый яркий коллектив. Эти кубки смогут увести те команды, которые заработают самый высокий рейтинг. Помимо, на нашем чемпионате мы будем разыгрывать мастер-классы от Крониса Доксидиса, который будет проходить осенью, давать свои мастер-классы. И, как вы видели уже на входе, у нас спонсоры нашего чемпионата. Это компания Mary Kay и компания Oriflame. Свои специальные призы подготовил восточный магазин масел, которые тоже вы получите с большими кубками. А сейчас разрешите начать парад наших судей. И открывает парад профессиональная исполнительница арабского танца, руководитель школы восточного танца «Имам», лицензированный судья ОАВСТ Оксана Мифёд. Встречайте! Хореограф-постановщик, руководитель танцевального клуба «Сапфира Дэнс», лицензированный судья ОАВСТ Бережнова Валерия. Лицензированный тренер, педагог-хореограф, ведущая танцовщица школы восточного танца Ясмин, судья ОАВСТ Анна Целуйко. Чемпионка Европы 2013 года по бэлли-данс в городе Болгария. Чемпионка Украины ОАВСТ 2014 года, победительница международного Аль-Хаят-фестиваль 2016 года, абсолютная чемпионка Кубка Азовского моря 2016 в категории профессионал и теперь уже судья третьей категории ОАВСТ Неля Саркисян. Начинающий педагог, руководитель школы танцев «Дыхание пустыни» города Днепра, прекрасная исполнительница и судья третьей категории ОАВСТ Елена Русецкая. Тренер, судья третьей категории ОАВСТ, руководитель студии восточного танца «Заравшан» города Мелитополь, победительница международного фестиваля «Звездная гавань» 2012 года, лауреат телешоу «Танцы на ТВ» 2013, многократная победительница всеукраинских конкурсов и фестивалей ОАВСТ Маджида Сабади. Бронзовая победительница фестиваля «Созвездие»
«Мисс для Востока 2012-го», победительница фестиваля «Бассет» города Ялта, «Мисс Восточная Нимфа 2015-го года», судья третьей категории УАВСТ, руководитель танцевальной студии «Персия», организатор фестиваля «Дива Афродита» Екатерина Юрченко. Чемпионка Украины в номинации «Высшая лига любителей-профессионалы», трехкратная обладательница Кубка Азовского моря 2012-2014 года, серебряная призерка Кубка «Караван», абсолютная победительница в номинации «Профессионалы», многократная победительница конкурсов по лиге профессионалов восточного танца, победительница Кубка Европы 2014 года, судья третьей категории «Атуни» Анна Агафонова. Я УАВСТ, тренер-педагог, хореограф, постановщик, руководитель школы восточного танца «Ясмин», лицензированный судья Ирина Бритская. Профессиональная танцовщица, хореограф-постановщик, судья третьей категории УАВСТ, тренер школы восточного танца «Айбери» города Запорожья, многократная чемпионка Украины и Запорожской области, победительница чемпионата по версии Лиги профессионалов России, бронзовый призер Кубка мира города Одессы, тренер многократных победителей и призеров всеукраинских соревнований по восточному танцу Пронина Виктория. Многократная победительница всеукраинских и международных конкурсов по версии АСЕТУ, обладательница титула «Человек года 2014» в номинации «Профессионалы сеньориты», обладательница Кубка мира в Италии 2011 года, руководитель студии «Мирабел», судья первой категории УАВСТ Тамара Крути. Прима-белли танца в Украине в категории взрослые. Прекрасная и неповторимая девушка. Победительница и призер всеукраинских чемпионатов, руководитель школы танца ИСМАУМИ, лицензированный судья и тренер Шарай Елена. Судья УАВСТ высшей категории, хореограф-постановщик, руководитель студии танца «Амарин», тренер многократных победителей и призеров всеукраинских соревнований по восточному танцу Елена Горбенко. Лицензированный судья УАВСТ первой категории, профессиональная танцовщица, художественный руководитель коллектива Гарри Ханцая, хореограф-постановщик, тренер чемпионов Украины 2016-го и многократных обладателей специальных призов Валерия Маркова. Школы восточного танца «Файморис» города Мариуполь, хореограф-постановщик, судья высшей категории УАВСТ, тренер чемпионов Украины и ближнего зарубежья Нина Гудзюк. Руководитель восточного отделения общественной танцевальной организации «Академия танца» города Запорожья, судья высшей категории УАВСТ и IED, хореограф-постановщик, тренер многократных победителей и призеров всеукраинских соревнований по восточному танцу, профессиональная исполнительница «Белли Данс» Кананенко Мадина. Яркая, талантливая, профессиональная исполнительница восточного танца, хореограф-постановщик, лицензированный судья УАВСТ, руководитель Центра арабского танца «Эмерлан», город Мелитополь, многократная победительница многочисленных всеукраинских и международных фестивалей, чемпионка Украины 2014 года по версии УАВСТ, серебряный призер чемпионата Украины 2015 года, чемпионка Запорожской области 2014 года, чемпионка Запорожской области 2015 по версии АСЕТУ, победительница Кубка Украины 2015 года, участница телевизионного проекта «Танцуют все восемь» на канале СТБ, серебряный призер Эйлат фестиваля 2016 года в городе Израиль, Тарасова Татьяна. Хореограф-постановщик, руководитель школы восточного танца ИСИДА, организатор ежегодных фестивалей «Вавилон», «Семирамида», тренер многократных победителей и призеров всеукраинских соревнований по восточному танцу Елена Бадахьян. Президент
Днепропетровского отделения УАВСД, организатор всеукраинских конкурсов «Вавилон» и «Семирамида», судья международной категории IDF, судья международной категории IDF, руководитель школы танца Татьяна Субботина, тренер многочисленных чемпионов Татьяна Субботина. Судья международной категории, дипломированный хореограф-постановщик, член президиума УАВСД, экзаменатор судейской линейки УАВСД, руководитель школы восточного танца «Шакира», организатор крупных чемпионатов Кубок Азовского моря и Кубок Украины Изабелла Павлюк. Приглашенная независимая судья из города Киева. Судья международной категории по версии УАВСД. Хореограф-постановщик, преподаватель обучающих сессий. Тренер многократных чемпионов Украины. Организатор фестивалей, конкурсных и концертных программ. Руководитель школы восточного танца «Райсан» город Киев. И главный судья нашего чемпионата Шапаренко Ирина. Президент Запорожского областного отделения Украинской ассоциации исполнителей восточного танца. Судья высшей категории УАВСД и АИД. Руководитель школы восточного танца Айгери. Организатор фестивалей чемпионата Запорожской области. Профессиональный педагог, хореограф-постановщик Климова Анна. А также встречаем хореограф. Постановщик, дипломированный педагог, основатель и генеральный директор общественной организации Академия танца Запорожье, автор общеобразовательной программы по развитию восточного танца в Украине, судья международной категории УАВСТ, тренер многократных победителей и призеров всеукраинских международных соревнований по восточному танцу, соревнований по хореографии, организатор чемпионата Запорожской области УАВСТ, наша ведущая судья Воскресенская Элина. Судьям за ваш приезд. Мы рады видеть вас сегодня на нашем чемпионате. Мы начинаем первое отделение. Судьи занимают места свои рабочие на площадке Б там, на танцполе. И здесь, на сцене, наши участницы готовятся к своему выступлению.